Врезался в световую опору. Авария произошла у дома номер 56 по Волжскому проспекту в городе Энгельс. За рулем Kia находился 32-летний водитель. Мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в световую опору. От удара машины осветительный столб рухнул на линию электропередач, оборвав при этом провода. Водитель с травмами был госпитализирован в городскую больницу. По словам очевидцев, владелец автомобиля Kia находился в состоянии алкогольного опьянения.